В любом случае, я думаю, что э, мы увидим интересную борьбу в оставшиеся эти три месяца, а со вторым туром и больше. Мы увидим настолько интересную борьбу, что многих будет тошнить, а некоторых и рвать. Потому что будет грязная война компроматов. Многие кандидаты в президенты узнают о себе много нового, интересного, того, чего с ними никогда не было. И люди дизнаются много чего нового. Будут использованы любые значит, заготовки домашние и спонтанные тоже истории. Но самое интересное, вот что я хотел бы сказать всем кандидатам в президенты, уже компромат не работает. А что працует? Я думаю, вот звезды так должны сойтись. Во-первых, работают большие деньги. Раз. Потому что миллионы людей в глубинке и не только в глубинке ждут, когда к ним занесут деньги, чтобы они за кого-то проголосовали. Это наши реалии, к сожалению. Работает креативная мысль. Искренность будет работать. Надоело фальш. Вот будет работать искренность. Кто найдет кратчайшую, кратчайший путь к сердцам людей. Uh, у кого будут глаза нормальные, честные, uh, не сыгранные, люди видят, где играет честность человека, где uh, по-настоящему... Тонко вот, Да. Uh, и, конечно же, звезды должны будут сойтись так в определенный момент, чтобы кто-то вырулил. Но будет интересно, вот я уверен, будет интересно.